Да, ягодицы тоже вдоль мышцы, поперек, да, все тело проходим. Вот. И большими кусками захватываешь, да, до мышцы, и доходишь до крестца. Возвращаешься к крестцу, теперь берешь змейку, вот эту мышцу, паравертебральную мышцу сначала берем, да, и запускаем змейку. Да, только вот я сейчас вот получилось мелко дробно, а надо так, чтобы вот все тело ходило ходуном, то есть весь позвоночник у тебя, да, вот ходит ходуном. И теперь это вот начало вибрации наших, да, теперь следующая вибрация рукой задаешь, так вот пальцами вот так, чтобы практически пальцев не было видно, они так быстро-быстро шевелятся, да. А сама рука является упором, да, о, получилось. Теперь, да, можно еще раз пройтись. Теперь эти пальцы, да, на себя. Упорно рука задает направление, вектор движения под 45 градусов вперед. А вторая рука, да. Теперь амплитуду сделай то же самое, только с другой амплитудой. Ну, потренируйся, да, побольше. Амплитуды поменьше, побыстрее. Угу. Вот, Наташа, ну как, не болен тебе? Нет. Ну, нормально, да, вытерпеть такое. Да, пальцем вот так вот упираемся. Полосу ладонь облегает, да. Тебе достаточно одной рукой, без упора, да-да. Подбиваем отсисты от росточки, как бы пытаемся их повернуть на место. Да, то есть мы закончили вот это глубокое внедрение в тело и дали понять человеку, что будем работать еще глубже, переходим на костяшки пальцев, да-да-да, потряс. Теперь хаотично пощипывание. Вот так? Да, костяшками, лапы леопарда. С участием большого пальца против большого его пальца. Вот, вот, да, да, да. Марина правильно показывает. Угу. Дальше. Для закрепления материала повторяем, повторяем быстро. Да, растираем сначала. Поглаживаем. Спиральное растирание, да, видишь, он тебе подсказывает. А дальше что? Дальше продольное растирание. А, вот так, да? Нет, это поперечное, это поперечное. Продольное это вдоль тела. Продольно вдоль тела, да. Ну, желательно одной рукой, так получится эффективнее трение передать, быстрее. Одной рукой, одной.